Барышня у окна с прялкой была создана в 1890-х годах. Маковский нарядил модель в костюм из собственной коллекции и расставил вокруг предметы, которые тоже были в его собрании. Румяная чернобровая красавица в богатом праздничном наряде, именно такими художник хотел видеть женщин ушедших эпох. Несмотря на то, что большинство работ Константина Маковского находятся в зарубежных собраниях, барышня у окна с прялкой по счастливому стечению обстоятельств попала в Нижегородский художественный музей, где и пребывает поныне. В момент написания картины интерес к прошлому России был как никогда велик. Оно в значительной степени романтизировалось, что нашло отражение и в этом полотне. В нем передается то ощущение истории Руси, которое сложилось под влиянием былин и сказок. Приукрашенное, нарядное, романтичное. На полотне изображена молодая замужняя женщина из высшего общества. По ее одежде невозможно точно обозначить исторический период. Утверждать можно только одно. Оно относится к временам допетровских реформ, когда все массово заставлялись переодеваться в западную одежду. Этот портрет можно считать собирательным изображением русской боярыни. Это полнокровная молодая красавица, исключительно богатая и пышно одетая. Она сидит в оконном проеме каменного терема, обильно украшенного росписью. Небольшие стекла оправлены в частый металлический переплет, а тонкая вышитая цветным шелком штора подчеркивает декоративность и нарядность полотна. Боярыня сидит, облокотившись о стену, перед массивным сундуком, в котором, скорее всего, хранится ее приданое или самые ценные вещи. На это намекает горка украшений, которые перебирала красавица до того, как ее отвлекли от этого занятия. Среди украшений много ярких бисерных вещиц, длинная массивная цепь, которую боярыня держит в руке, опущенной на колени, женский головной убор из тканой золотом парчи с вышивкой мелким жемчугом. Вторая рука женщины лежит на рамке золоченой иконы. Она исключительно богато одета. Художник с большим мастерством воспроизводит сложный многоцветный наряд. На женщине алое нижнее платье, из затканной золотыми узорами ткани с широкой каймой по подолу. Верхнее платье короче нижнего, а его рукава широкие и свободные. Это позволяет частично открыть для обзора дорогую ткань нижней одежды. Верхнее платье еще эффективнее. Оно светлое, с крупными разноцветными узорами в восточном стиле. Горловина, палочки вдоль застежки, подол и низ рукавов, украшены широкой полосой из золотого галуна. Платье застегнуто на крупные драгоценные пуговицы и подпоясано золотым же тканым кушаком. На плечи красавицы наброшена накидка, отделанная соболями. На женщине очень много драгоценных украшений, в основном из жемчуга, очень популярного на Руси. Особенно выделяется роскошный кокошник, головной убор, который носили дамы всех сословий, и прекрасные серьги из громадных жемчужин. Эта прекрасная женщина – собирательный образ русской красавицы того времени, словно пришедший к нам из сказки или предания. Художник очень тонко уловил эту связь со сказочным, мифологическим и былинным прошлым страны. Портрет выглядит как иллюстрация к сказке или спектаклю на историческую тематику.